Игромания представляет. Хотите собрать мощный игровой компьютер за разумные деньги, но не знаете, с чего начать? Воспользуйтесь конфигуратором ПК от CityLink. Он позволяет в несколько кликов создать машину, которая нужна именно вам, а также изучить и приобрести сборки, составленные другими посетителями. После обновления сайт стал еще удобнее и понятнее. Фильтр совместимости покажет лишь те компоненты, которые подходят к уже выбранным деталям, а инженеры контакт-центра CityLink дадут свою экспертную оценку вашей конфигурации и всегда помогут советам. Система сама рассчитает сложность и стоимость сборки, а вам останется только оформить покупку. Переходите по ссылке в описании и создавайте правильный компьютер без переплат. E3 2018 удивила даже самых прожженных скептиков количеством анонсов на минуту экранного времени. Но и на этом фоне анонс Dying Light 2 стал приятной неожиданностью. Еще бы! Вы помните, когда в последний раз Крис Авелон анонсировал зомби-экшен? Нет? Мы тоже. Чем же в этот раз студия Techland намерена разбавить методичный геноцид мертвецов? Что изменилось? Вкратце, многое, но не по части геймплея. В отличие от оригинальной игры, Dying Light 2 сделает куда больший упор на сюжет и построение мира. Как раз для этого разработчики и пригласили господина Авелона в проект. А заодно и авторов истории Кровавого Барона из третьего Ведьмака. Сиквел продолжит историю оригинальной игры. Вопреки всему, чего добился Кайл Крейн в захваченном мертвецами Харране, конец света все же свершился. Старый мир вместе со всеми его удобствами пал. Добро пожаловать в современные темные века. Горстки выживших ютятся в покинутых городах. За бутылку воды или ломоть хлеба можно лишиться жизни, а электроэнергия немыслимо взлетела в цене. Чем-то ведь нужно подпитывать ультрафиолетовые лампы по ночам. О судьбе одного из таких городов и расскажет сюжет. Правда, восточный колорит уступит место европейскому. Показанная в демо архитектура напоминает Париж или Прагу. За контроль над остатками цивилизации будут бороться различные фракции, а главный герой может выполнять поручения для любой из них, помогая как законникам, так и анархистам с мародерами. Techland уже продемонстрировали, что у решений будут последствия. Отбили у бандитов водонапорную башню, на улицах в кои-то веки появилась бесплатная кристально чистая вода, которой можно поправить здоровье. Но фракция, которая дала задание, упрочнит власть над районом и начнет убивать несогласных без суда и следствия. Решили продавать воду на черном рынке, подзаработали, но в районе теперь ошивается гораздо больше мародеров. Разработчики утверждают, что при любом выборе игроки будут натыкаться только на оттенки серого. Однозначно добрых поступков нет, все вопросы стоят ребром. Поступить плохо или омерзительно? Последствия не заставят себя ждать. Помогли мирным жителям? Они слегка отремонтируют дома, соорудят ветряки и начнут выращивать овощи на крышах. Увлекаетесь мародерством или помогаете жестоким деспотам? Тела убитых будут свисать с уличных фонарей гроздьями. Будет город жить или выживать, зависит от вас. Причем не только от ваших действий, но и слов. Систему диалогов в Dying Light 2 дополнят и улучшат. Прописанные характеры NPC, привычное колесо реплик – все как положено. В остальном это старый добрый Dying Light, только с миром в 4 раза больше и графикой получше. Techland обещают развить систему паркура, добавив еще больше опций для передвижения. Например, можно будет спускаться с высот в духе капитана Джека Воробья, зацепившись ножом за рекламный плакат. В бою появится возможность использовать интерактивное окружение. Дерево навыков значительно прибавит в объеме, а ночные забеги по городу будут еще опаснее, чем раньше. Правда, почему, разработчики пока не говорят. Никто не ждал от оригинальной Dying Light великих свершений, но Techland смогли таки порадовать публику. Студия заработала немалый кредит доверия, и, судя по демонстрации игры, нет никаких оснований сомневаться в сиквеле. Ждем релиза, благо, что он не за горами.